Чё ты сделал, идиот? Чё я не могу? А, что? Хватит орать! Я не ору! Хватит уже вылезай из-за компьютера! Целый день уже сидишь! Да я тебя сейчас побью! Голова уже из тебя кругом ушла! Я тебя сейчас побью! Ты что, страх потерял, что ли? А если я тебя совсем уже оборсел? Ай, не бей! Ты больше на компьютер вообще не сядь! Канал моего друга Day Show. Здесь он на своем канале раскаленным ножом по 1000 градусов раскалывает абсолютно любые предметы. Мне очень нравится смотреть такие ролики, поэтому я сам здесь часто зависаю. Ссылочка у него в описании ролика, заходите, подписывайтесь, смотрите. Дорогие друзья, я наблюдаю картину, как я, просто обычный игрок, всем видим, да, ник Дудон, игрок, префикс, в чате пишу, я игрок, просто это якобы мой дом, я ловлю так гриферов, и вот как-то человек ломает мой дом, он начинает его портить, зачем он это делает, я не понимаю, ну, естественно, поиздеваться, вот мой дом, естественно, я его не строил, я просто его где-то нашел, но таким способом я ловлю гриферов, ему что-то от меня, ну, опа, опа, он ушел. Купите привилегии, а это его ник, Зан Хант, купите привилегии, купите мой, чего? Купите привилегию, купите мой скайп, Егорка228, куда ты делся? Это он был? Так, стойте, ты тут? Сейчас надо с ним писать, ты тут? Что-то я слышу, как будто что-то происходит здесь, слышите? С наковальней что-то происходит. Это он, то есть, в инвизе издевается? А, вот, видите? Вот, он ломает мои сундуки. Вот он, это он ломает. Купите привилегию, купите мой скайп, Егорка228. Так, этим вещам осталось 16 секунд. Но я их не буду подбирать, я же в них труды свои не вкладывал, мне все равно. Ну, короче, он здесь, он в инвизии, он начинает все портить. А пока мы с ним должны... Опа, опа, он ломает все, ломает. Вот, он все ломает. Черт побери, это владелец сервера, я понял. Это владелец сервера, который скрыл префикс. Потому что здесь владельцы сервера могут скрывать свой префикс. Так, давайте пока звоните Егорке. Это, видимо, Егорка228. Сейчас будем писать ему в скайп и звонить ему. Иначе он... Опа! Все, это он. Алло! 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 Это ты? Это я. Ну, ты сейчас писал. Значит, купите привилегию, мой скайп Егорка228. Да, я. Зачем ты мой дом ломаешь сейчас? Скажи мне, пожалуйста. Покажись, ты где? А, вот он я. Где? Зачем? Ты, ну, так ты же обычный игрок, или нет? Зачем? А, да не ломай дом. Сейчас я тебе все покажу. А теперь? Владелец. Ты владелец? А как так? Да. Ну, вот так вот. Подожди. Ну, то есть ты привилегию просто купил, да? Которую здесь есть? Да. Префикс можно менять. И зачем, и зачем ты ломаешь мой дом? Ты мне скажи, что тебе от меня надо? Мне красиво он. Зачем ты дом мой ломаешь? Я на тебя рапорт подам, группу. Давай, удачи. Ты тут скин какой. Надо, чтобы ты моему другу привилегию купил. Друг твой привилегию купил? Да. За какую привилегию? Короче, надо ему тоже владельца сервера купить. Это какая? Владелец сервера. Владелец сервера? Она 500 рублей стоит. Не, брат, я таких денег на тебя не потрачу, извини, это слишком дорого. А зачем ты тогда вообще позвонил? Да потому что ты дом мой ломаешь, мне надо с тобой связаться, поговорить с тобой. Я тебе предупреждаю, то, что если ты дальше будешь мой дом ломать, не ломай! Чё? Не ломай мой дом, я его строил, добывал, все ресурсы. Зачем ты, купив привилегии, портишься? Ну хочу и порчу, тебе-то чё? Мне-то чё? Слушай, дружище, хватит, пожалуйста, я подаю на тебя жалобу. Давай, удачи. Я долго этот дом строил, хорош, да серьезно, хорош. Все, будешь сидеть на вот этом. Все, я жалобу на тебя подаю, понимаешь? Давай. Все. Сейчас, подожди, в группу вот уже пишу. Ага. Слышишь, в группу пишу. Да. Давай. Ты что меня бьешь, дурила? Ты меня чуть не убил. Это что, я тебе сейчас хочешь, покажу тебе магию. Не надо мне магии твоей. Давай магию покажу. Ну давай, еще набери себе. Смотри. Опа! Сейчас что произошло? Опа! Что ты делаешь? Хорош! Хорошая молния! Опа. Очень хорош! Что ты делаешь? Опа. Прекращай, дружище! Ай-яй. Прекращай! Благо. Тебя привилегии решат, придурок! Ты зря 500 Опа. Рублей отдашь, поверь! Опа. Хватит, серьезно! Опа. Хватит! Да ты... Ах ты! Ты еще получишь пощечину! Что ты делаешь? Ой-ой-ой! Что ты делаешь, идиотина? Я тебе еще убью! О, смотри, какой ты хелпер пришел, смотри!
Все, тебе конец. Нет, ты не убьешь его, понял? Я тебя сейчас забаню. Ты его вряд ли забанишь, он мощный. Ах ты! Он такой же владелец, владельцев нельзя забанить, понятно? Не могу. Это ко мне на помощь пришли. Ты вообще, я их не звал. Ну не звал, не звал. Ах ты ж говнюк. Это я на тебя жалобу подал, люди приходят, все, начинают на тебя. Ах ты ж говнюк! Чтоб ты тут и лежал до конца своих дней. Идиот! Ты чё, сам... тебе надо? Ты чё, меня убил, придурок? Ты поехать, я тебе все верну. У меня там варп стоит на мой дом. Ха-ха-ха. Ты придурок. Ха-ха-ха. А ты чё думал? Зачем ты меня убиваешь? Слушай, все, тебе конец. Вообще не люблю таких, как ты, гриферов. Все, тебе жопа придет, дружище. Да-да-да-да-да. Так я тебе и поверил. Поверь, поверь. Да, отвали, все. Да не бей. Отвали. Давай, я смотри, я тебя мясом убью. Отвали. У меня меч есть, у меня есть скит-бонус, давай. Ой, я тебя нечаянно ударил мечом. Хорош. Слушай, тварь, начальный набор. А, блин, я уже использовал свой начальный набор, слышь? Ха, лох. Да отвали. Тебе что надо от меня? Да отвали. Урод. На. Отвори, серьезно. Вон, админ, я сейчас помогите. Меня убивают, я пишу в чат, помогите. Слышь, ах ты ж говнюк, что он делает? Что он делает? У него топор в руках, я тоже сейчас топор возьму. А что он мой дом тоже ломает? Зачем? Это моя работа. Вот зачем мой дом... Я никому не доверяю свою работу, я лучший ломатель домов. Хелпер Никитис, зачем... И еще один меня... Вы зачем оба владельца? Вы сговорились, что ли, уроды? Что вы делаете? А ты что думал? Что вы делаете, уроды? Вы мой дом ломаете. Тварь, я вас ненавижу, вас всех забанят. Вас всех забанят. Ага, удачи. Все, вам конец всем, слышите вы? Ага. Отстань, все, серьезно, отвали. Да что же вы оба делаете? Вы что делаете? Мы играем. Никит. Хочешь видеть, как твои стенки нету? У тебя не получится. Уверен? Да. Ах ты ж говнюк, ты угадал. У меня приват на это стоит, ты не можешь это сделать. Я где? У друга своего спроси, который вещи мои ворует. Да, да хорош! Хорош! Он не ворует, ему не нравится, он их осматривает. Хорош! Чё хорош-то? Вардом. Чё, всё, пожалуйста, пожалуйста. На тебя уже очень много компромата. Тебе уже конец. Ага, удачи. Не ломай мой... Зачем ты это сделал? Я вот строил этот дом целыми сутками, приходил со школы. Радовался. И... На, тебя лупит. Два грифера бьются. Два грифера бьются. Это же крутая картина. Куда? Вот говнюк, бежал. Два грифера бьют друг друга. На, попробуй меня убить, не сможешь. А, бой ты мне даешь? Окей, давай. Давай, иди сюда. Давай, я... Ну, у тебя броня, естественно. Тебя грифер бил, это было очень смешно. Два грифера бились, это круто, когда друг друга убивают. Иди на спавн! На спавн идти? Да. Зачем? Микрофон. Что у тебя с... Что у тебя с микрофоном? Я не понимаю, что ты говоришь. У тебя микрофон хуже. Я вообще тебя не слышу, алло. Алло. Скажи что-нибудь, придурок. Чё тебе сказать? Что у тебя с... Дурачок. Сейчас я тебе перезвоню, дурачок. О, слышь, скажи, ты чё... иди на спам. О, я сказал... О, слушай, а чё у тебя с голосом? У меня всё нормально. Да? Да. Зачем на спам? Ну хорошо. Да бегом я тебе покажу творение. На, какой? На спам иди. Ой, сюда иди. Сюда иди. Слышь, чё за херня? Чё за херня? Это моё творение. Откуда у меня на спам нет хер? Я не понял. Подожди. Подожди, подожди, текст-юзер, подожди, заткнись, Дон. Подожди, я очень переживаю, гроуп, сет, господи, все, так, подожди, я себе привилегию выдал. Чё такое, чё ты сделал? Чё ты сделал, идиот? Ты чё надел? Зачем ты спавн испортил? Ты чё ты меня к себе телепортируешь? Хорош. Чё ты наделал? Ты спавн испортил. Его удалять надо.
говно, сервер. Я тебя не слышу опять. Ты что надел? Слышал? Говно, говно, сервер. Отменяй команду живо. Что ты надел? Не хочу. Не отменять надо. Мне как это теперь все удалять? Ты что надел? Что ты сделал? Алло. Я ничего не надел. Что ты надел? Зачем ты это сделал? Ты где? Я на верхушке. Где ты? Иди сюда, слушай. Как твой ник? Где ты? Ты где, я тебе говорю? Я где-то. Ну, твой ник какой? Живо говори. Чего? Живо ник говори. Не слышу тебя. Чем он тебе? Тебя лишаю привилегии. Занхант вроде. Пикс юзер. Так. Че у тебя со связью? Слышь, я отобрал у тебя привилегию, все, у тебя ее нет. Ты офигел! Че я не могу? Ну, короче, ты построил здесь хер, вообще, отменяй эту... Как, блин, мне из-за тебя придется все... Зачем ты спаун испортил? Я нечаянно, шучу. Все, уже не можешь летать, да? Все? А, что? Хватит орать! Я не ору! Целый день уже сидишь! Да я тебя сейчас побью! Голова уже от тебя кругом ушла! Я тебя сейчас побью! Ты что, страх потерял, что ли? А если я тебя совсем уже оборсил? Ай, не бей! Ты больше за компьютер вообще не сядешь! Ай, сяду! Нет, не сядешь, сказала! Но, мам, извини! Так, включай компьютер и иди к себе в комнату! Нет! Что нет? Иди в комнату, я сам разберусь! Ты целый день уже сидишь! Чувак, пока! Пока! Так, не до смеха! Ребята, он испортил спавн! Чёртова привилегия! Зачем он... Всё, ребят, заходите на сервер, можете увидеть это творение у нас в группе, я выложу скриншоты. Я пошел удалять это творение быстрее, чтобы все не испортить. Все, всем пока, ребят. Ставьте лайки, всем пока. Все, мне нужно удалять это все. Пока всем.